велике, это неимоверный, опять-таки, опыт в моей жизни. Я, в принципе, умел кататься на велосипеде, но у меня никого не было, никогда не было велика. И я с детства мечтал, чтобы мне купили велосипед, но мне не покупали его. Потому что я и так дома приедался редко, а с великом я приедался реже. Пара моих друзей приехали из Барселоны, ну и испанцы, конечно же, кто будет со мной дружить, вот. Приехали и открыли такую моду, запустили то, что велики — это хорошо, можно не тратить на метро деньги и можно на великах ехать. И это и спорт, и все, короче, то есть и экономия денег, и спорт, и все в этом роде. Ну, каждый из нас решил купить по велику. Вот, купили велик и стали ехать 10 километров до университета и 10 обратно. То есть, я думаю, в принципе, в день 20 километров – это, ну, возможно, минимум, но все равно это отразилось на и внешне, и на организме, на иммунитете. Первый велик у меня был зеленый. В принципе, он, скорее всего, женский, но он был не совсем большой, и меня он устраивал, в принципе. Он был, ну, я его купил дешево, и все, в принципе, в нем работало хорошо. Потом я поменял его на спортивный красный велик, а другой велик продал, зеленый. Очень нравится мне поездки по городу, особенно если я не один, есть какая-то компания, с которой я могу, как бы, проехаться по городу. То есть ты едешь, и ты не знаешь, вот, что там впереди будет. Будет парк, либо будет какой-то другой город, типа Out of Paris, или вот какой-то универ увидишь, или что-то интересное. И поэтому, да, мне интересно кататься с друзьями на велосипеде. Не какими-то определенными людьми, он очень красивый, архитектура очень красивая, парки, все тут зеленое, климат очень крутой. И у всех, в принципе, представление о Париже, типа, вау, как бы. И я могу подтвердить это, да. Одно только вот, ты выходишь в город просто и видишь Эйфелеву башню около себя, и это вот чего стоит. Настроение сразу поднимается, и вообще вот все становится хорошо, и на душе спокойно, так легко, весело. Архан, зачем так тормозишь? Я думал, ты... Оф. Колено. It's okay. C'est bon. Супер. У меня колено болело. Болело? Да. Пиздюк ты, Архан. Я же не специально. Я знаю, что ты не специально. Я подумал, знаешь, куда поворачивать? С тобой ехать. Твой раз.